Кстати, заработная плата, точнее борьба с ее невыплатой, является одним из основных направлений работы Следственного управления Следственного комитета России. Эта служба сегодня отмечает 8 лет со дня образования. В честь даты лучшие следователи получили почетные грамоты и награды. В свою очередь, руководитель Следственного управления поблагодарил за сотрудничество средств массовой информации, в том числе и редакцию программы «Вести Хакасия». Следственный комитет сегодня ведет основную работу по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, а также обеспечивает защиту прав человека.